Мое почтение, уважаемая публика, позвольте представиться. Я хранитель сказок. Да-да. Не верите? Ну и напрасно. А ведь я нужна всем вам. Для чего же? А хотя бы для того, чтобы, рассказывая старые добрые сказки, предостеречь вас от ошибок. Одну мою самую любимую новогоднюю сказку я расскажу вам сегодня. Садитесь поудобнее и слушайте, и смотрите. Какие красивые подарки! Я так люблю Новый год! Интересно, что же там внутри? Какая у нас красивая елка! Кругом музыка, сладости, подарки! Я так люблю Новый год! Да, да, я тоже очень-очень люблю Новый год! Но еще никогда Дед Мороз не исполнял моих желаний. Обычно под елкой я нахожу полезные вещи. Одежду, книги. А я так... А вот мне мама обещала подарить фарфоровую куклу, если я буду хорошей девочкой. Мы ее с тобой видели в витрине магазина игрушек. Не получится свою куклу. Это еще почему? А потому что ты не была такой хорошей девочкой в этом году. Это я. Я заслужила эту куклу. Я так и не мечтала. А вот и нет. Я получу эту куклу. А тебе даже поиграть с ней не дам. Ну и давай сиди со своими подарками. Может, это не будет таким уж плохим поступком? Если я открою всего-то один подарок. В канун Рождества в старинном городе снежные хлопья мягко ложились на крыши домов и булыжные мостовые. Именно в эту пору Элизабет Скрудж, самая богатая, самая важная и самая заносчивая женщина в городе, смотрела рождественский концерт. Thank you.
Thank you.
какая глупость. Эти праздники, благотворительность. Лучше бы за деньги выступали, хоть выгода какая-то была. Кошмар. Доброе утро, миссис Крудж. Я хотела поговорить с вами насчет работы. Можете вы отпустить меня сегодня пораньше? Я просто забыла купить подарки для детей. Пораньше? Так пораньше. Но я заплачу я тебе только половину. А теперь... Поглядим. Я плачу тебе 2 шиллинга и полпенса. Да-да. Я сделала тебе прибавку в прошлом месяце. Да, именно тогда я начал стирать вашу рубашку. Ладно, Боб. Иди пока работай, а я займусь проверкой счетов. Счастливо вам повеселиться на святках, дорогая тетя. Повеселиться на святках. Какие у тебя-то основания для веселья? Неужто ты еще недостаточно бедна? Не ворчите, тетушка. Справляй свои святки, как знаешь. А мне не мешай справлять по-своему. Справлять? Так вы же их никак не справляете. Тогда не мешай мне о них забыть. Много ли прок у тебя было от этих святок? Много ли прок у тебя от них будет? Мало ли есть на свете хороших вещей, от которых мне не было проку. Вот хотя бы и рождественские праздники. Я всегда ждала этих дней как самых хороших году. Это единственные дни во всем календаре, когда люди, словно по молчаливому согласию, свободно раскрывают друг другу сердца. А посему, тетушка, хотя это верно, что на святках у меня еще ни разу не прибавилось ни одной монетки в кармане. Я верю, что Рождество приносит мне добро и будет приносить добро. Будет вам гневаться, тетушка. Наведайтесь к нам завтра и отобедайте у нас. И что же там будет? Наверное... Запеченный гусь со вкусными яблоками, ореховый пудинг, фрукты и много шоколада? Глупости. Мне ничего нельзя из этого, а теперь не мешай работать. Счастливого Рождества всем! Скрудж Марли, если я не ошибаюсь. Имею я удовольствие разговаривать с миссис Крудж или миссис Марли? Миссис Марли уже 7 лет, как покоится на кладбище. Она умерла в сочельник ровно 7 лет назад. Мы из благотворительного общества. Мы решили провести сбор пожертвований в пользу бедняков, чтобы купить им некую толику еды, питья и теплой одежды. Мы избрали сочельник именно потому, что в этот день нужда ощущается особенно остро, а изобилие дает особенно много радости. Какую сумму позволите записать от вашего имени? Никакой. Вы хотите жертвовать, не открывая своего имени? Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Надеюсь, вы понимаете, что если я дам денег для бедных, они уже перестанут быть бедными. Но ведь это наш долг помогать неимущим в такие дни. Мы хотим, чтобы каждый радовался Рождеству и имел хотя бы кружку горячего шоколада. Но если я дам денег для бедных, они перестанут быть бедными. И вам не нужно будет больше собирать деньги. И не просите, уважаемые, чтобы я лишила вас работы. Ой, не заставляйте меня так поступать, особенно в канун Рождества. А теперь до свидания. Мне некогда. Куда катится мир? Работаешь, работаешь, чтобы накопить как можно больше денег. А в итоге появляются люди, которые хотят, чтобы я им все отдала.
Часы спешат. Ладно, Боб, можешь идти, но завтра придешь пораньше. Спасибо, мэм. Вы так добры. Непременно, мэм. С Рождеством вас. Глупости все это. Скрудж! Скрудж! Кто здесь? Скрудж! Скрудж! Кто вы такая? При жизни я была твоим компаньоном, Мот Марли. Марли? Но ведь тебя давно уже нет! Да-да. Помнишь, как мы работали вместе? Обирали вдов, обворовывали бедных. Мы зарабатывали неплохие деньги. Да, неплохие были времена. Но зачем вы, духи, блуждаете по земле? И зачем ты явилась ко мне? Как я ошибалась, Элизабет. И в наказание за это... Я не знаю покоя и ношу эти тяжелые цепи. Не повторяй моих ошибок, Скрудж. Забота о ближнем. Вот что должно было стать моим заданием. Общественное благо. Вот к чему должна была я стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость. Вот что я должна была делать. А занятия коммерцией – это всего лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных нам дел. И я прибыла сюда, чтобы сказать тебе, что у тебя еще не все потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, ибо я похлопотала за тебя. О чем ты, Марли? Сегодня ночью тебе придут три духа. Выслушай их внимательно и последуй их советам. Обязательно последуй. Иначе твои цепи будут тяжелее моих, Скрудж. Кто вы? Не тот ли вы дух, чье появление было мне предсказано? Да, это я. Я святочный дух прошлых лет. Собирайся. Нет, я не хочу никуда идти. Оставь меня в покое. Хватит. Пора кое-что вспомнить. Пошли. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in, jingle bell time. Snowing and blowing a bushel. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell. Боже милостливый, я здесь росла, я бегала здесь девчонкой. What a bright time, it's a right time to rock the night. One horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around. А теперь пойдемте за праздничный стол. And a mingle in the jingle and beat. Это же мисс Фезевик. Как я дружила с ее детьми. Мы даже учились в одной школе. Только она всегда забирала своих детей домой на рождественские праздники. А я оставалась одна в холодной, пустой школе. И много раз я мечтала о такой семье, как у мисс Фезевик. Посмотри, это я! А тот мальчик, как я была в него влюблена. И
Только я виновата, что потеряла его любовь. Это так мало значит для тебя теперь. Ты поклоняешься совсем иному божеству, и оно вытеснило меня из твоего сердца. Что ж, если оно сможет поддержать и утешить тебя так, как хотел поддержать и утешить тебя я, тогда, конечно, я не должен печалиться. И что же это за божество, которое вытеснило тебя? Деньги, наша помолвка, дело прошлое. Оба мы были бедны тогда и довольны тем, что имели, надеясь увеличить нас достаток терпеливым трудом. Но ты изменилась с тех пор. В те годы ты была совсем иной. Я была девчонкой. Ты сама знаешь, что ты не та, что теперь. У тебя другая душа, другой образ жизни, другая цель. И она сделала мою любовь ненужной для себя. Признайся, если бы не те узы, что связывали нас, осталась бы ты со мной. О, нет. Это только ты так думаешь. Видит Бог, я был бы рад думать иначе. Нет, я все понимаю. Я освобождаю тебя от своего слова. Освобождаю по доброй воле, во имя моей любви к тому, кем ты была когда-то. Быть может, тебе будет больно разлучиться со мной. Но скоро, очень скоро, ты с радостью позабудешь меня, как пустую, бесплодную мечту, с которой ты вовремя разлучилась. А я могу только пожелать тебе удачи в той жизни, которую ты себе избрала. Дух, я не хочу больше этого видеть. Останови это. Как я могу все это исправить? Извини, мое время истекло. Не совершай ошибок. Войди, будем знакомы. Я дух нынешних святок. И я пришел к тебе за тем, чтобы показать тебе то, о чем ты давным-давно забыла. Собирайся, пойдем со мной. За прошлым духом я шла не по своей воле. Но он преподал мне урок, который не прошел даром. Если тебе есть чему меня научить, я пойду с тобой, куда скажешь. Коснись моей мантии. И куда ты привел меня, призрак? Здесь так темно и уныло. Мы здесь совсем по другому поводу. И что ты хотел мне показать? Посмотри. Это обычная семья готовится к Рождеству? Нет, не обычная. Посмотри внимательнее. Да это же Боб Крэтчет. Уютная у него гостиная. И огонь в камине такой яркий, наверное, теплый. И елка, и угощения, и подарки. Все готово к празднику. А семья, какие они милые. Почему я никогда не задумывалась о них? Ты была слишком занята мечтами о богатстве. И совсем забыла о тех, кто всегда был рядом с тобой. Ты так разочаровала нас, Скрудж. Я поднимаю этот тост за миссис Скрудж, без которой не справить бы нам этого Рождества. Милый, о чем ты говоришь? Она платит тебе копейки, в то время как ты работаешь на нее целыми днями. Посмотри, стол почти пустой. Мы еле сводим концы с концами. Пускай провалится сквозь землю. Не говори так, дорогая. Зато у нас есть прекрасные дети. Пап, спасибо тебе за такую красивую елку. Спасибо, миссис Крудж. За миссис Крудж. Я даже не знала, что могу быть кому-то нужна. Папа, у нас были самые лучшие праздники, не правда ли?
Малышка, конечно, ведь у нас самые лучшие в мире мама и папа. И мы все любим друг друга. Это малышка Тина, любимец всей семьи. К сожалению, она очень больна. И если не найдется лекарств и еды, ей не суждено пережить и эту зиму. Нет. Нет, призрак. Этого не может быть. Она же еще такая маленькая. И Боб, и его семья так любят его. И что я могу сделать, призрак? Призрак? Нет. Нет, 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 призрак! Призрак! Нет. Нет, 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 нет! Кто здесь? Как я здесь оказалась? Ты на городском кладбище. Я призрак будущего. И твой конец совсем близок. Ты жила, не думая ни о ком, и теперь ты сама никому не нужна. Нет, нет, призрак, только не сейчас. Я же все поняла. Нет, нет, поверь мне, призрак. Нет, я исправлюсь, призрак. Не надо, пожалуйста, нет, нет, нет. Я снова здесь и жива. Призраки дали мне еще один шанс, я ни за что не упущу его. Какое замечательное рождественское утро. У меня столько дел. Дорогие дамы, с Рождеством вас! Вы просили денег для бедных. Говорите, сколько нужно, я, конечно же, все пожертвую. А после рождественских праздников предлагаю вам встретиться и обсудить строительство новой школы. Благодарим вас, миссис Крудж. Вы так добры, мы не верим своим ушам. Еще раз с Рождеством вас, с праздником, с праздником! Счастливого Рождества вам! Здравствуй, Джессика! С Рождеством тебя! Твое предложение отобедать еще в силе? Конечно, с удовольствием. Мы ждем тебя. Прекрасно, тогда я обязательно прибуду к вам сегодня. Всего хорошего дня, еще раз с праздником тебя! Have yourself a merry little Christmas. Возможно, Боб, ты удивлен, но перед тобой новая Элизабет Скрудж. Я хочу, чтобы у меня тоже были праздники и люди, которым я была бы нужна. Позволь мне помочь твоей семье. Прими от меня эти подарки. Я с радостью оплачу обучение в школе твоих детей и помогу с оплатой лечения Тины. С любовью и наилучшими пожеланиями, Элизабет Скрудж. Она теперь моя?
Конечно, твоя. Мы ведь подруги. И я немножко помогла Дедушке Морозу исполнить твое желание. А ведь играть мы всегда можем вместе, правда? Да, ты права. Это будет даже общая кукла, ведь мы ее обе хотели. А играть вместе веселей. Спасибо тебе, Лиза. И тебе спасибо, Аня. А еще? Спасибо доброй старой сказке. Вот так и закончилась эта новогодняя сказка. Дружба, конечно же, оказалась сильнее обиды, а детские сердца верными и добрыми. Пусть же и у вас всегда будут рядом верные друзья, а в эту волшебную ночь сбываются самые удивительные мечты. Читайте сказки и верьте в чудеса.